Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников с описанием по книге «Великие музеи мира», обнаженная с хрустальным шаром, Хосе Мария Родригес Акоста. Начало 20 века, холст масла. Рассматривая шедевры Хосе Мария Родригеса Акосты с прекрасными обнаженными, мало кто вспомнит, что до 1910-х годов в Испании было запрещено изображение женской наготы. В картинах данной серии к ней относится в том числе работа «Лежащая обнаженная ночь», где завораживающие тела сияют лунным волшебством, смотрится порождением ночи. Сновидение было популярной темой в западноевропейском искусстве, начиная с символизма. И здесь погруженная в гипнотическую темноту женщина, освещающая ее своим телом, живет иной, потусторонней жизнью. Виртуозно переданное художником отражение героини просматривается в хрустальном шаре. Вспомним, что его используют гипнологи. И темные влаги, на поверхности которой она преклонила колени. Получив академическое образование, Родригес Акоста совершенствовал свое искусство в путешествиях, объездив Канаду, Америку, побывав на Востоке и в России. Он был удостоен наград на родине, золотые медали в 1912 и 1914 годах, международных выставках в Париже, Мюнхене, стал кавалером ордена Альфонсо XII. В Гранаде, в построенном им для себя доме, живописец происходил из семьи состоятельных банкиров. Основан фонд его имени, популярный по сей день. В историю страны Родригес Акоста также вошел как замечательный мастер, возродивший великие традиции садоводства Альгамбры. Вот такое описание к работе Хосе Мария Родригес Акоста «Обнаженная с хрустальным шаром. Начало 20 века. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.